Здорово! Сегодня у нас в выпуске веселый раннер, экшен на вертолетах, красочная головоломка, симулятор оригами, аркадный платформер и необычный Tower Defense. Приступим! Run Run 3D — это веселый раннер с сумасшедшим фэнтези-оформлением. Вам предстоит начать забег вместе с винди-серфером от пекущего пляжного солнца. Прыгай, катайся на волнах и собирай бонусы для открытия новых персонажей и возможностей. Самые мощные боевые вертолеты ждут вас в захватывающем экшене Gunship Battle. Вы станете отважным пилотом, предотвращающим войны и терроризм в разных уголках мира. Вас ждут реальные исторические задания, огромный арсенал оружия и оптимизированное управление, позволяющее ощутить чувство реального полета. Чам-чам — это красочная головоломка про судьбу несчастного голодного хамелеоши, который просто не в состоянии прокормить себя сам. Поэтому вам придется накормить его хотя бы мандаринами. Решите кучу головоломок и пройдите все 75 уровней. Используйте ветер, пушки, да хоть порталы, вашу мать, но добудьте долбаные мандарины. Пейпрама — это, я бы сказал, симулятор оригами для тех, у кого рядом не оказалось бумаги. Думаете, это детская забава? Попробуйте сами. Вам будет необходимо сложить нужную фигуру за определенное количество ходов. И если все это начинается с безобидного квадрата, то со временем дело доходит до сложнейших фигур в виде животных. Собери все 70 фигур и оживи бумажный мир. Aliens Drive Me Crazy. Это даже трудно сказать, что за продукт. Это и аркада, и раннер, и гонка, и стрелялка в одном лице. Вы играете за обычного мужика, который решил бороться с беспределом в городе, который устроили инопланетяне. В этом вам поможет огромный арсенал оружия и автомобиль, который пробивает стены. Впрочем, как и вы сами. Свайпами по экрану вы будете проделывать дыры в потолке и полу, разрушая строение до фундамента. Вас ждет увлекательный геймплей, разрушаемый мир и интересное задание. Castle Storm — это необычная оборона башен. А необычная она тем, что, оборонив замок, вы идете сами в атаку, завоевывая следующий. Поскольку вся игра выполнена в виде одного военного похода, вы сможете пройти кампанию не только за рыцарей, но и за викингов и нордов, приняв участие в более 150 сражений. Сочная графика, интересные миссии и забавная озвучка не заставят скучать ни на секунду. Ну что ж, на этом у меня все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Если ты мне друг, будь другом, бля. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи.